несет в этом году очень большую нагрузку. И Мартынова, и Саша. Черной пошел. Молодец. Сделал. Сделал, было видно. С ошибкой, но сделал. Половину сделал в каскаде с двойным тулупом. Четверной в недокрут, но там как посмотрим, как посчитает, его покажут еще. Второй аксель. Докрутил, может, руки висят. При подходе к прыжку, сейчас трех все висели просто руки. Флип тулуп двойной. Странным образом обрезалась, вам не кажется? Да, нотка, бывает, там, нотка там осталась. Тут такого наслушаешься, Татьяна Тельна. Ну, раз элементы, да? Крюк и две ноги поставил. Ну, как? Как вот... Дорожка или первый уровень, может быть, дадут второй, может быть. Вот дорожка у него должна быть третьего уровня. Слушай, что делать-то? Сейчас сделает. О, нет, начал вываливаться, как солнце пошло. Открывает его. Половина программы, да, два кружочка. Все. Ну, музыка свое. Ну, какая тут вот хореография? Вот такая. Шаг по кругу.
Хочется вспомнить Наташу Дубинскую, которая вырастила его с детства. Поблагодарить ее за то, что Александр Успенский. У нее он был чемпионом мира по юниорам. Она с ним провела всю базовую работу, выучила его абсолютно всем прыжкам. Он был чемпионом мира? Да. Он лидировал после короткой? Нет, он был чемпионом мира, включая четверной прыжок. Вот продолжает совершенствоваться у Марины Григорьевны Кудрявцевой. Они работают в одном клубе. Этого недостаточно для того, чтобы выигрывать, для того, чтобы бороться. Он очень устал, хотя молодец, что он сделал четверной, что он после короткой программы, я бы ни за что ему не снимала в короткой программе четверной, он бы делал пусть, он бы делал 4-2, но он в состоянии это делать. Почему он должен его снимать? Кто он такой? У него что, имя есть или что? Или что, сейчас имя не работает? Видите, куда Ламбьеля отправили? Человек должен делать то, что он умеет. И на старте он, может быть, и сделает. А с другой стороны, если он не сделал тройные... Ну, он упал с флипа, с тройного. Он бы упал с четверного. Ну, предпочтительнее упасть с четверного, потому что базовая оценка будет выше. Если ты упал это с четверного... понятно. Но просто вы говорите, что он делает. Ну, он... Сейчас вот он попробовал, если он у него начнет получаться. Молодец, он у него получался и очень давно получается. Может, он тогда его в короткой наконец-то будет вставлять. Просто обидно... у него и стоял в короткой. Я видела его программу, он у него стоял в короткой. Вот потом мне скажут, вы не хвалите российских спортсменов. Кто это вам скажет? Вот. У меня есть свое понимание этого вопроса. Я считаю, что человек, тренер должен максимально... Им нечего терять. Поэтому им выстраивать программу очень легко. Они должны делать то, что они тренируют. Точка. По элементам на 1/10 больше, чем у Джамаля Отмана. Мы никак от него не можем отойти. И на 3 балла больше по компонентам. И у него 119 баллов. Это лучший результат в произвольной программе. Ну и 170.